Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Peugeot 407 2005 года выпуска, двигатель 1.8, механика. На этом автомобиле мы сегодня заменим стойки переднего стабилизатора слева и справа. И также мы заменим сайлентблок правого переднего рычага, передний сайлентблок нижнего рычага. Для этого поднимаем автомобиль и снимаем колеса. Вот, поднял автомобиль, снял колесо, и нам надо заменить вот этот сайлентблок. Вот видно, он вырванный, но здесь подвох, болт упирается в вал привода. Я думаю, что мы вот здесь сейчас рычаг открутим, его приопустим, и цап у нас немного в бок уйдет. Нам этого будет достаточно, чтобы болт вытащить. Но попробуем. Кто не пробует, у того не получается. Открутил я вот здесь снизу гайка на 18, болт на 16. Попробуем поддомкратить. Открутили снизу стойку стабилизатора. Здесь внутри Т30, гайка на 18. Откручиваем с другой стороны. Здесь получается она через цапфу идет. Гайка на 24. Берем молоток. Для того, чтобы нам вытащить стойку стабилизатора, нам нужно снять рулевую тягу. Она не дает ей выйти. Поэтому откручиваем наконечник. Гаечка на 16. Вот такая длинная, она стучит. Так, ладно, это мы сняли. Теперь нам надо снять рычаг. Откручиваем вот здесь на заднем сайлентблоке два болта. Вот этот болт на 16, я его ослабил, и болт на 18.
Так, ну а это мы открутили. Вот теперь нам вот этот передний болт. Что ж они его сверху-то закрутили, а не снизу? Французы, одним словом. Ладно, буду думать, как подлезть. Вот что значит не знать конструктив подвески французского автомобиля. Не сталкивался никогда. Все получилось банально просто. Ну, этот болт, который мы убрали, я его и даже не стал ставить. Рычаг, видно, на сайлентблоке болтается. Я подпер вертикально газовым упором чуть-чуть. Но вот этот болт от стойки стабилизатора, который мы вытащили, он идет через стойку. Этот болт еще, вот она стойка, по умолчанию держит стойку к цапфе. Вот такая конструкция. И получается, вытащив стойку стабилизатора, у нас стойка опустилась и легко поднимается цапфа вверх. Расстояние вон до привода. Видно, насколько увеличилось. Я сейчас одену головку и спокойно откручу. Головка Е18, но все равно я ее одеть-то одел, но сверху вороток на нее я одеть не могу, привод мешает. Первый раз за все время у меня возник вопрос в накидных ключах Ешек. Не было никогда, как-то даже обходился без них. Но завтра приобрету, будет набор. Взял я вот такой вот набор дела техники. 514-440. В комплекте идет 4 ключа. Е6, Е8, 10, 12, 14, 16 отсутствует. 18, 20, 22 отсутствует и 24. И вот ими я смог открутить. Открутил, рычаг уже видно, я снял. Вот эта планка, которая двумя задними болтами крепится, и этот болт я выкрутил. Снимается вот таким образом. Вот так вот. А всего-то надо было сделать, чтобы болт вкручивался снизу, а не сверху. Ладно, берем, выпрессовываем. Все, сайлентблок выпрессовали старый. Он весь разорванный. Вот он. И с одной стороны, и с другой стороны. Сайлентблок мы будем использовать оригинальный. 352-2AQ. Вот такой вот сайлентблок. Берем, брызгаем силиконовой смазкой. Обычная силиконовая смазка. И также сайлентблок.
все, сайлентблок запрессовали. Идем устанавливаем рычаг. Ставим рычаг и наживляем. Также наживила задние сайлентблоки тоже. Все, и этот болт у нас наживился тоже. Все оказалось намного легче, когда есть инструмент. Ну что, берем, затягиваем. Вот сюда подпер. Здесь болт я уже вставил на место. Подпер вместе с рычагом, приподнял. Наживил все эти три болта. И также наживил с два задних болта. Встает все ровно, без перекоса. Резьба идет мягко. Берем, затягиваем. И потом уже опускаем рычаг. Все, все болты я протянул, опускаю упор, и с этой стороны мы берем и устанавливаем новую стойку стабилизатора. Так, новая стойка у нас. А чья же у нас новая стойка? А, фирма NK. NK получается. Номер ее 511-3714. Это правая сторона. Снимаем наконечник, и сейчас мы будем ловить нашу стойку. А как мы ее будем ловить, я этого пока не знаю.
Вот так вот, когда стойку шевелили, ее потом попасть тяжеловато, потому что она там сайлентблок плотненько-плотненько в цапьи ходит. А, придется немного помучиться. Ладно, вставляем нижнюю и наживляем. Мы поставили, теперь все протягиваем. Также и с этой стороны вот гайку наживляем и протягиваем тоже на стойке стабилизатора. Ну все, смотрим, проверяем. Здесь мы затянули, здесь три болта затянули, стойку стабилизатора затянули, рулевой наконечник затянули, задний сайлентблок. Оба болта затянули и стойку стабилизатора снизу затянули. Аналогичным образом мы меняем стойку стабилизатора со второй стороны. Все, со второй стороны я тоже заменил стойку стабилизатора. На второй стороне номер 511-37-13. На этом мы замену стоек стабилизатора и сайлентблока переднего рычага, переднего сайлентблока переднего рычага, мы закончили. На этом все. Всего вам доброго!